А доверяете ли вы президенту Украины Петру Порошенко? Знаете, я, наверное, не доверяю ему, потому что после того, как он пришел, я считаю, что страна еще в худшее положение зашла. А доверяете ли вы президенту Российской Федерации Владимиру Путину? Ну, мне кажется, я более предрасположена к доверию ему. Более предрасположена. А в связи с чем это связано? Ну, мне кажется, он больше старается для страны, как бы. Ну, сколько лет он все-таки у власти, и страна поднимается и растет. А у нас от президента к президенту, из рук в руки. И каждый нагребает себе в карман. Украины Петру Порошенко. Ну, как сказать, доверяю. Честно говоря, не голосовал за него, но возлагал кое-какие надежды по урегулированию ситуации в стране. Как сказать? Сейчас уже потеря... Сейчас доверие потеряно. А доверяете ли вы президенту Российской Федерации Путину? Господину Путину я не особо доверяю, ну, потому что... Я, конечно, не хочу сказать, что он виноват во всем этом. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, в принципе, потому что то, что Россия поддерживает ДНР и ЛНР, это неоспоримо, конечно. Не совсем. А в связи с чем связано ваше доверие? В связи с тем, что у него нет команды, он не может руководить, он один. Его некому поддерживать. Он же один, у него нет команды, надо же иметь команду. Быть президентом, иметь команду, которая его полностью поддерживает. У него ни в Верховной Раде, нигде нет такой команды. Там у Яценюка есть команда, другое дело. У Порошенко нет команды. Вот исходя из этого. Ну, а доверяете ли вы президенту Российской Федерации Путину? Я не могу, я же не в России не живу, как я могу доверять? Вы президенту Украины Петру Порошенко? Не особо я ему доверяю на самом-то деле, потому как все, что сейчас происходит, как-то все так странно. Все это делается чересчур долго, чересчур опасно, чересчур кроваво, и все страшно. Да, не доверяю. А доверяете ли вы президенту Российской Федерации Владимиру Путину? Ой, я про этого парня вообще даже говорить не хочу ни в коем случае. То же самое. Мне кажется, это все просто передел определенный, без нашего ведома. И что-то там творится такое нечистое. Доверяете ли вы президенту Украины Петру Порошенко? Вы знаете, я очень хочу доверять, но я больше хочу мира. Мира, чтобы было в нашем городе и вообще, чтобы было мир. Доверяем, но ничего не получается там, видите как. Вот такое у нас доверие. Живем как на пороховой бочке. Ждем. Не дай бог сегодня, не дай бог завтра. Я плачу за этими детками, что пропадают, что они убивают. И за тем, и за этим, и за всеми. Так что нам мир нужен. Ну, а доверяете ли вы президенту Российской Федерации Владимиру Путину? Путину? Конечно, он хорошо делает. Ну, это они же наши властители, и тот, и этот, они должны общий язык найти.